Ну вот, наконец-то мы закончили большущий комплекс, состоящий из казана, русской печи, мангала и банной печи периодического действия. Так, тоже затопили. Парилка. Здесь вот будет стенка отделять истопную от парилки. Здесь будет выпиливаться дверца в моечную. Здесь будут полки. Так, уже вода тупает. Вчера топили уже одну протопку. Тепленькая еще до сих пор. Это для конвекционной. Он же служит транзитом для подачи вторичного воздуха. Парную. Вот это люк для вторичного воздуха. Этот же люк служит для экстренного поднятия температуры от плюс 60 до плюс 100, например. Также, кому не нравится слишком влажный воздух, тоже это можно быстро высушить, открыв эту дверцу и дверцу каменки. Это основная задвижка. Это понятно, что поддувальная. Это дверца топочная. 471. Это для конвекции. Сейчас чуть-чуть приоткрыли, чтобы немного высушивало. Это для прочистки. Сделаны декоративные печурки. Лежанка в полный рост. 1,80 м. 3,5 м. Вот это соединительный боров, который в одну трубу собирает. И большая труба. Труба двухконтурная. Так. Краска обград. Запах краски.